память видео, как работает подделка транзистор 203205 на качере и как оригинал. Вот так лампочка горит. Вот он потребляет 36 вольт и 1,22 ампера. Сперва он потреблял 1,3 ампера и 36 вольт ровно. Но он, видимо, нагревается, и там чуть горячий, и он, когда нагревается, его сопротивление падает. Ну, то есть падение напряжения падает, поэтому он... Ну, или что-то там происходит, в общем, и он... поэтому меняется потребление. Сперва он 1,3 ампера потреблял. Теперь уже 1,2 ампера. И напряжение немножко поднялось, так как ток упал. Теперь поставил оригинальный 25200. Смотрим, как он будет работать. Лампочка ярко, намного ярче горит. Потребляет 35,5 вольт, 1,7 ампера. Вот такая большая разница. Тут немножко падает ток. Он примерно так само работает, как и полевой транзистор. Тоже горячий. Если вот я полевой транзистор включу, примерно тот же самый ток будет. А этот вот как-то не дотягивает, как-то слабо работает. Видимо, потому что у него очень мало усиления потоку. Еще раз сравнение запишу оригинального и подделки. Вот оригинальный такой радиатор большой прицепил. Немножко тут на базу уменьшил подачу тока, потому что тогда меньше потребления, то без толку он только грелся. Вот. Потребление 36,6 вольт, 1,1 ампера. Вот это 60 ватт лампа горит. На входе 36 ватт, вот ток немножко упал, на выходе 60 ватт, не на весь накал, на пол накал 30 ватт, это может меньше, чем на пол накала. Ну вот теперь подделка. В принципе, примерно так само и горит. Может, немножко слабее. Вот и ток немножко слабее. 36,8 вольта, 0,95 ампер. Такой большой уж разницы и нет. Этот где-то 1,3 ампера показывает, этот вот 36,9 вольт, но я смотрел с другими амперметрами, другие тоже больше показывают ближе к этому, чем этому, значит, этот слишком завышает показания.
что такой большой разницы уже нет. Или на подделке, или на оригинальном. Думал, что есть. Ну вот я повесил еще этот радиатор, добавил. И подделка не хочет запускаться при такой малой подаче на базу напряжения. Я включаю. Там вот потребляет немножко что-то, но не хочет генерацию запускаться. Там надо немножко подать только на базу. Ну что? Что не выпускается? Выясню, почему не запускается, когда вот этот радиатор наложим, тогда нужно подачу очень сильно тока на базу увеличить. Иначе он не запускается. Не увеличил он, запустился. Потребляет 1 ампер. Теперь можно ток на базу уменьшить. Надо по самому минимуму. Это сильно ничего не поменялось. Потому что тут еще 500 Ом резистор идет. А тут по 50 или по 150 Ом 2 последовательно резистор. Вот я... Ладно. Если очень сильно, только вот до конца докрутил на базу, он все равно потребляет 1 ампер вот в другую сторону, самую малую. Это 10 кОм. Докручивал, и он вот, ну, 90, там особо разницы он не берет. Не чувствует. А вот на этом, если бы я бы такое сделал, так этот бы... Не нужно такого сильного тока на базу, чтобы запустился. Вот 37, вот 93, 1, 0,3 лампа вот выберет. Теперь попробую поставить с оригинальным. Поставил оригинальный, тоже не запускается, когда на самый слабый ток накручиваем, тоже 0,13 потребляет, немножко подкручу, опять не запускается, еще. Вот запустился. Намного, ну, ярче горит, насколько я вижу. Вот 1,3 ампер и ток побольше. Может, что радиатор побольше, ярче горит, потому что тоже вот как-то чувствую. То есть, может, как бы частоту смещает ближе к резонансу. Что руку к радиатору кладу и лампочки пропадают. Немножко больше потребляет на оригинальном. Теперь попробую ток на базу уменьшить на минимум. Все равно так само примерно. До максимума. Вот, на максимума 1,4 начинаю. На яркость немножко тоже влияет, когда на максимум немножко ярче горит. Вот уже 1,24. То есть лучше немножко работать на оригинальном. Но я на этом... На этом подделке я уж настолько много с ним работал, и он ни разу меня не сгорел.
Ну-ка, на катере. Так что, наверное, он как бы заслуживает своих денег, этот поделка. А вот эти полевые, так они у меня поделки, они как спички горят. Его даже немножко емкость побольше, когда накладывается, когда ток вырастает, потребление, потому что частота понижается. И он сразу сгорает при включении поделка RF640. Он, то есть RF540, он, там, наверное, RF640, он тоже горит. Не говорят.